Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Правда», которую вы должны знать. И сегодня хочу поговорить о будущем и прошлом, и настоящем сатане. Дьявол. Ну, не буду рассказывать. В своих прошлых программах я рассказывал, что Бог создал Люцифера, прекрасного ангела, который восстал против Бога. Его будущее должно было бы быть прекрасным. Он был главный. Ну, грубо говоря, он был вторым после Отца, Сына и Духа Святого. Он имел невероятную власть. И он мог иметь самое лучшее будущее. Но он его потерял. Он восстал против Бога, он был изгнан с третьего и второго неба. Сейчас он на первом небе. Однажды он будет сброшен с первого неба прямо на землю. И там арестован и брошен в озеро Омут. Это его будущее. А настоящее, он пока манипулирует людьми. Он профессионал манипуляции. Он пока еще отдыхает в лучах славы, хотя не совсем. Иисус его хорошо повредил. Однажды отец сказал в пророчестве, что семя жены поразит семя зверя или змея в голову, а семя змея поразит человечество в пету. Пета, поражение в пету, это не смертельно. Но поражение в голову, это смертельно. И дьявол поразил человека Адама и Еву. Но Иисус, всемогущий Бог, поразил раз и навсегда дьявола в голову. И когда Иисус придет, дьявол будет арестован раз и навсегда. Будущее, настоящее, прошлое, дьявола, понятно. Зло, оно будет искоренено. Искоренено раз и навсегда. Дьявол проиграл. Иисус Христос навсегда.